Правительство Кипра сделает все, что в его силах, чтобы компенсировать потери россиян в банках страны. Об этом заявил президент Никос Анастасиадис. Как Кипр это сделает, президент не уточнил. В разгар кризиса он предлагал выдавать пострадавшим облигации, выплаты по которым гарантируют доходами от будущей добычи газа на Средиземноморском шельфе. Правда, этот вариант с тех пор больше не обсуждался. Потери россиян и граждан, и компаний от стрижки депозитов на Кипре оцениваются в 2 миллиарда евро. Это почти треть того, что Никосия должна была забрать в двух крупнейших банках страны по требованию Евросоюза. Анастасиадис сказал, что вопреки слухам, российский капитал с Кипра не бежит. Но вот экономист Михаил Делягин считает, что деньги уже ушли.